Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Номер 1321. События дня. 1 Тимофея 1:15. Верное и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 4:9. Слово сие верное и всякого принятия достойно. 2 Тимофея 2:15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. За 29 июля 2019 года. Объявление. Можно притормозить и прочитать. Родная сестра, сказали опубликовать. Дальше переписка. Вот берут духовную мудрость от разных святых отцов, почитайте. Это все от Амвросия Медиоланского. Вот он, Амвросий Медиоланский. Вот тут женщина уехала, да только делов-то. Нашел себе бремя. Перестал смысла видеть всем. Шалаву какую-то нашел, она уже беременна от кого-то. Я ему пишу ответ, вот и Господь, упование твое должно быть.
Далее стихотворение дал я свои. Господи мой, Господи, двукратно призывал в горести и в бедствиях Давид. Я филин на развалинах. Такие вот слова. По смыслу многих слов он был антисемит. И далее можно прочитать. Кому понравится, не понравится. Одно стихотворение, вот второе. Господи, прости меня грешен. Третье стихотворение. Господи, ты говори, слушает раб твой покорный. Непонятно, видно или не видно, даже этого не знаю. Вот такие три стихотворения свои опубликовал. Ну а день что? Бульдозер здесь на втором мостике закончили, перебазировались на Рыжковске. Вот так. Долго думал, как у Невода, у Бредни от нее укрепить. А что укрепишь, когда все не то, что вязаное, а отдельно взята сетка, которая ограждает настройки, что-то она вся разрывается и все. Пришлось все снять. Нужно найти какой-то твердый материал в виде брезента, на который затягиваем, когда рыба есть. Все на этом. Вот гуру пришел. Что-то пишет. Мир вам. В среду на полигон. Помолитесь, пожалуйста. Опять на износ тренировки пойдут. Ну вот так, помоги Господи. В военном деле он пошел туда, ему тяжело. Не надо было туда идти, вот только ответ. Выезднос, ясно дело. Больше и нету ничего. Заболел у нас Грендухин Владимир Юрьевич. Непонятно что. То ли перегрев, то ли... Аллилуйя, Господи, помоги Рустику найти выход. Сам укажи ему. И все на этом.